Документы ваши предъявите. Машину, пожалуйста, оставьте. Документы ваши предъявите. Я не вижу, что вы сотрудник ДПС. Документы ваши предъявите. А при чем здесь ФСО и вы управляете... А при чем здесь вы управляете дорожным движением? Алло. Да. Пока нет еще. Съемка сотрудников Федеральной службы охраны запрещена, вы знаете? Да, тут он у меня только небольшой. Ну, ваши документы, пожалуйста. В центре. Ладно, давай. Гражданин, что там, серьезный счет? Нет? Во-вторых, а на каком основании вообще? Снимаете охраняемый объект. Да вы что? Да. Дальше что? Документы, пожалуйста, ваши предъявите. На каком основании? На основании Федеральной службы охраны. На основании федерального закона. Это ваши внутренние документы. Я не собираюсь вам никакие документы предъявлять. Человек отказывается. Майор, так, руки уберите. Руки уберите. Еще раз внятно, кто вы? Документы ваши будьте. Кто вы? Я представился. Я не слышал, еще раз. Я представился. Я не расслышал, еще раз. Ровно, пожалуйста, поставьте машину. Машину ровно поставьте. Ровно это как? Параллельно. А? Это вдоль. Вдоль это как? Если батарёнок, это ровно. Или вдоль. Вдоль чего? Вдоль дороги. Вот теперь понятно. Можно? Еще раз представьте. Здравствуйте, Гайцев, первый батальон. Документы на машину проводите. А фамилию, имя, отчество? ДП Шилягин. Шилягин. 77-35-82. 77-35-82. Конечно. Причина остановки. Причина остановки? Вы стоите во втором ряду. Я не стою во втором ряду. Я вот вижу, вот, ряду. Вот этот человек меня остановил. Я не знаю, кто вас остановил. Я вижу сейчас, что вы стоите во втором ряду. Меня остановил вот этот человек. Я к вам подошел, когда вы во втором ряду стоите. Вы мне сами сказали стать во второй ряд. Параллельно.
Вы мне сами сказали встать во второй ряд параллельно. Я вас попросил вдоль встать, чтобы не поперек не стоять. Правильно. А уж второй, как вы здесь стояли, я представления не имею. Поэтому я спрашиваю вас документы на то, что вы стоите во втором ряду. Я не стою во втором ряду, я еще раз говорю. Пробка. Я могу отъехать. Я могу отъехать. Предоставьте, а потом уже отъеду. Нет, вот с этим человеком разберитесь, нет, который меня остановил жезлом. Я вас остановил, я лично к вам подошел сам. А кто вас там остановил, я представления не имею, честно. Я вижу, тут все колом стоит, я к вам подошел. Вы стоите во втором ряду, если что-то не так, снимите себя сами. Хорошо, я готов отъехать, пожалуйста. Я готов, вот. Вы документы предоставьте? Нет. Вот что этот человек делает здесь? В смысле, что он делает? Что он делает? Почему он не мешает проехать? Я говорю, документы можно ваши? Вы почему не посмотрите? На каком основании? На основании того, что я стал... Ваше требование незаконно. Нарушение правил. Ваше требование незаконно. Я не нарушал правила дорожного движения. Я подчинился требованию сотрудников ФСО. Законное оно или нет, это вы мне скажите. Почему он стоит на дороге и управляет дорожным движением? В смысле управляет? Он управляет дорожным движением. Я сейчас подошел к вам. Да. Во второй ряд? Документ, нет, во второй ряд поставил он меня. Я не знаю, кто вас поставил. Еще раз объясняю. Подождите, он имеет право управлять движением дорожным? Здесь, на данном участке, да. Да? Так вот я подчинился его требованию. Нет, я отказываюсь предъявлять, потому что ваши требования незаконны. Незаконны? Да, ваши это требования почему? Незаконны, потому что вы имеете право проверять документы только на стационарных постах. Нарушение правил дорожного движения? Я не нарушал правила дорожного движения. Вы так себе считаете? Нет, я не нарушал правила движения. Я подчинился требованию сотруднику Федеральной службы охраны. Он меня потребовал так расположить. Не знаю. Съемка объекта особой важности. Так это его проблема, не ваша. В смысле его? Это вас не касается. Его, а почему вы ему документ не даете, мне интересно? Это я буду с ним разбираться. Ну вы разбираетесь с ним, вы же ему тоже не даете документ. Вы-то у меня на каком основании требуете? У вас еще есть ко мне вопросы? У меня нет. Замечательно. Всего доброго.